Добрый день, уважаемые зрители канала «Газета Садовод Видео». Часто огородники, особенно начинающие, снимая урожай огурцов, разочаровываются, так как огурцы горчат. В этом фильме мы попробуем дать пояснение по поводу причин появления горечи в огурцах и возможностях их предупреждения. Излишек вещества кукурбитоцина, создающий горечь в плодах, происходит при различных неблагоприятных условиях погоды или грубых нарушениях правил ухода за растениями в период выращивания. Присутствие в огурцах сложных органических веществ, к которым относится и кукурбитоцин, обусловлено биологической закономерностью. При нормальных, оптимальных условиях роста и развития растений, образования и налива их плодов, эти вещества не проявляют себя во вкусе. Но чем сильнее происходит нарушение в жизни растений, тем вероятнее накопление горечи в плодах. Пути и способы образования в растениях любых сложных органических веществ, включая и горчащие, настолько многообразны, что в данном фильме их не перечислить. Но можно проследить последствия для физиологического состояния растений различных нарушений. Знание биологии огуречной культуры, опыт работы с ней и просто здравый смысл подсказывают, что горечь плодов может быть ощутима в трех случаях. Первое. При возрастании содержания указанного вещества, при воздействии одного или нескольких неблагоприятных факторов непосредственно. Второе. При снижении в плодах от этих факторов веществ, образующих вкус, сахара, кислоты, углеводов, витаминов, или изменение их соотношения в худшую сторону. И третье. При одновременном проявлении обоих случаев. Огороднику необходимо знать, что огурец на плете должен созревать с момента опыления приблизительно 12 дней. Если по каким-либо причинам рост или созревание плода замедляются, то вероятность появления горечи в огурцах возрастает. Рассмотрим последствия некоторых отрицательных факторов. Пересушивание грунта огуречных гряд ведет к мгновенному и массовому отмиранию поглощающих воду и минеральную пищу корневых волосков. Меньшее количество воды несет и меньше пищи, а испарение влаги листьями не снижается. Происходит обезвоживание листа вплоть до увядания. Фотосинтетическая работа листа резко снижается, а у вялых листьев замирает. Отток органических веществ из листьев в плоды и корни приостанавливается. Плод не наливается, задерживается его созревание. При переувлажнении грунта корни страдают от недостатка кислорода. При большом количестве влаги в почве растения не могут ее использовать. То же происходит и при избытке элементов питания. Далее расстройство функций растений идет по той же цепочке. При нижних пределах температур почвы и воздуха, необходимых для развития, рост растения останавливается. Это влечет также и остановку роста плодов или образование их с низкими товарными качествами, включая, конечно, и горечь. Высокая температура воздуха в дневные часы, вызванная избыточной солнечной радиацией или отсутствием проветривания, заставляет растения усиленно поглощать и испарять воду, нарушает фотосинтез листьев. Это также не способствует образованию плодов в сроки, характерные для сорта. Неблагоприятные воздействия на растения огурцов напрямую отражаются на качестве плодов через замедление их роста. Это, в свою очередь, может приводить и к изменениям накопления в плодах нитратов, снижению накопления сухих веществ и витаминов. В периоды таких воздействий нужно снимать недоросшие плоды. В отношении сортов, более подверженных горьковатости плодов, можно посоветовать проверить себя заменой одного сорта на другой, похожих по плодам,
Если плоды нового сорта при том же уходе не будут горчить, виноват будет прежний сорт, если горечь будет опять проявляться. Виноват огородник, не умеющий создать должных условий выращивания. В инструкциях, на пакетике с семенами или в списке сортов может быть указано, что плоды данного сорта не подвержены горечи. Такие сорта и нужно приобретать тем, у кого появились горькие огурцы. И в заключение. От горечи можно избавиться удалением третьей или четверти огуречного плода, примыкающих к плодоножке. Здесь чаще появляется горечь, и очисткой кожуры. Но присутствующий в огурцах кукурбитацин, излишек которого создает горечь в огурцах, абсолютно безвреден для человека. А я желаю вам хорошего урожая и всего самого доброго. Заходите на наш сайт газетасадовод.ру и подписывайтесь на наш канал «Газета Садовод Видео». Удачи вам!